Здравствуйте, меня зовут Роза, и это проект «Танцующая страна» на портале ель.кз. Сегодня я расскажу вам о таком танце, как бачата. Бачата бывает сольная, бывает и парная. Сегодня я познакомлю вас с бачата леди стайл. И вот танцуют девушки сами, и когда танцует девушка бачата леди стайл, она становится более женственной, уверенной в себе, грациозной, и в ней развивается пластика. Давайте рассмотрим несколько базовых движений этого танца. Итак, первое движение – это бейсик на месте. Я буду шагать с правой ноги на месте 3 шага, и на 4 будет приставка. Попробуйте вместе со мной. Начинаем с правой ноги. Раз, два, три. Приставка. На 5 пойдем с левой ноги на месте. 5, 6, 7, 8. Повторим. Бейсик на месте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второе движение будет из стороны в сторону. Идем в правую сторону, шаг, приставка. И будем повторять. Шаг, приставка, влево, шаг, приставка. Будем делать это несколько раз. И раз, два, три, четыре. Шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка, шаг, приставка. Обратите внимание, когда вы танцуете бейсик движение на месте, руки должны быть вдоль тела, возле пояса, да? И приставка должна происходить на носочек. Если вы не сделаете приставку на носочек, то следующий шаг у вас не получится. Поэтому приставку надо делать очень четко. Еще раз, второе движение, бейсик из стороны в сторону, руки вдоль тела. Итак, начинаем. Раз, приставка, два, приставка. 3, приставка, 4, приставка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично! Третье движение называется шоссе. Мы будем ходить в стороны и возвращаться на исходную. Это движение состоит из 3 движений и также приставки. Попробуем медленно в правую сторону. Третье движение шоссе. 1. 2, 3, приставка, 5, 6, 7, приставка. Еще раз считаем на 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В этом движении старайтесь шаги делать небольшие. Еще раз. 1, 2, 3, приставка. 5, 6, 7, приставка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Следующее, 4 движение будет квадрат. Это шоссе, которое мы разделяем на угол и идем с правой ноги назад. Посмотрите, как это делается. Шаг, шаг. Шаг назад с правой ноги и левой ногой делаем приставку. Теперь то же самое влево и влево вперед. Шаг, шаг, шаг вперед левой ногой и правая приставка. Это называется квадрат. Еще раз повторим. Шаг, 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 приставка, шаг, шаг, шаг. Еще раз. Раз, два. 3, 4, 5, 6, вперед, 7, еще раз, вправо, шаг, назад, приставка, влево, 1, 2, вперед, 3, еще раз, шаг, 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 приставка, шаг, 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 приставка. Пятое движение называется inside поворот. Попробуем его
медленно разобрать, потому что для новичков это движение как бы бывает очень сложным. Итак, мы делаем разворот своими лопатками, помогаем. Давайте расслабим свою спину и поможем приготовим свои руки. Первый шаг будет в сторону. Раз. И дальше мы с левой ноги продвигаемся в сторону. Два. На три я поворачиваюсь на левой ноге, прихожу на правую, и левой ногой будет приставка. Еще раз, поворот вправо. Я начинаю с правой ноги. Шаг. Делаю левой ногой поворот, как бы оказываюсь спиной к вам. Два. После этого на левой ноге я делаю поворот через правое плечо. Поворот, встаю на три, на правую ногу и левой ногой, точка, приставка. Еще раз, поворот. И раз, два, три, четыре. Постарайтесь сохранить баланс и делать маленькие шаги, но все же продвигайтесь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Закончим бейсиком. Пять, шесть, семь, восемь. Есть маленький секрет, когда вы делаете поворот, старайтесь взглядом смотреть вперед и держать точку. То есть, когда вы делаете поворот, раз, я смотрю на эту точку, два, поворачиваюсь на левой ноге, на правую прихожу, три, четыре, и я держу эту точку взглядом, и тогда я не упаду. Повторим еще раз поворот с правой ноги в правую сторону. И раз, два, три, приставка. Заканчиваем бейсиком. Пять, шесть, семь, восемь. Хорошо? Давайте сделаем поворот инсайд еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз правый поворот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. А теперь сделаем еще два движения. Они очень легкие. Шестое движение. Мы пойдем вперед и назад. С правой ноги вперед три шага. Также все как обычно. Три шага и приставка. Раз, два, три. Приставка назад. Пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три. Приставка. Пять, шесть, семь, восемь. Еще раз вперед на три шага и четыре приставка. Раз, два, три, четыре. Назад. Пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. 8. Седьмое, последнее движение называется сайд. То есть на английском означает из стороны в сторону. Но он будет немножко усложненный, поэтому постарайтесь его сделать правильно и выучить. Мы делаем в сторону приставку. Мы не делаем шаг, мы начинаем с приставки. И как будто бы смотрим на свою ножку. Раз. Возвращаем. Приставка. Переносим вес направо. И приставку. Нога, левая нога приходит к правой. Еще раз, будьте внимательны. Еще раз, делаем шаг, приставку, но вес остается на левой ноге. Правой ногой приставка. Приставка, возвращаем, переносим вес, точка. В левую сторону аналогично. Левой ногой приставку и как будто смотрим в сторону. Раз, вернули, также в приставке. Шаг перенесли, левую ногу перенесли. И правой приставка. Еще раз. На левую ножку. Мы стоим на правой. Вес на правой, левая стоит в приставке. В левую сторону смотрим. Приставка. Раз, два, три, четыре. Соединим эти два движения. Называется сайд. Еще раз. С правой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7. Можете добавлять в руках, когда мы делаем сторону, как будто вы что-то отодвигаете. Давайте попробуем. На раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз соединяем сайт движения. Вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последний раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сегодня я познакомила вас с таким танцем, как бачата леди стайл. Мы изучили 7 базовых движений. Это бейсик на месте, бейсик из стороны в сторону, бейсик шоссе, инсайд правый поворот, квадрат, бейсик вперед-назад и сайдстеп. Я вам хочу сказать, если вы хорошенько изучите эти базовые движения, потанцуете под энергичную, красивую бачату музыку дома, то можно сказать, что вы умеете танцевать бачата леди стайл. А если вы хотите танцевать более продвинуто, с руками, с бедрами, с головой, то вам стоит продолжить свое обучение в какой-либо из студий или у хорошего тренера. Хочу вам сказать, для того, чтобы заниматься бачата леди стайл, вам нужна удобная одежда, хорошая разминка, хорошая музыка и позитивный настрой. Я желаю всем добра, благополучия и чтобы вы всегда танцевали и были всегда в хорошем настроении. До свидания. When I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim it down and on. Cause I can do some things that I'm gonna do. For the taking, I heard he got these other niggas going crazy.